Полгода они писали статьи и снимали сюжеты. В Институте филологии и журналистики Саратовского госуниверситета состоялось обсуждение итогов прохождения практики студентов. Будущие журналисты знакомятся с тонкостями работы в газетах, журналах, на радио, новостных интернет-порталах и, конечно, на телевидении. Получают практические знания и навыки. Партнером СГУ на протяжении уже долгих лет является и наша телерадиокомпания. Зарекомендовавших себя на практике приглашают на постоянную работу. Студенты-практиканты, которые приходят, они закреплены за съемочными группами, они выезжают на съемку, они видят все изнутри, то есть они могут прикоснуться вот к этому съемочному процессу, который, в принципе, вот мы каждый день с ним соприкасаемся. Да, они приезжают, пытаются писать тексты, там получается, не получается, но вот в этом есть и опыт, они нарабатывают его там. У нас с ГТРК очень давние отношения, и заключен договор с ВГТРК о сотрудничестве, и в течение очень многих лет мы не просто дружим, мы работаем сообща. И я сейчас смотрю программы ГТРК, там в основном наши выпускники.